Здравствуйте, друзья! С вами 3D News Daily, и в ближайшие несколько минут мы расскажем вам о самых интересных новостях из мира высоких технологий. Пакет патентов, которым владеет Microsoft, позволяет ей зарабатывать около 2 миллиардов долларов в год, отчисляемых создателями планшетов и смартфонов на базе Android. В числе плательщиков есть и Samsung, которая прошлым летом попыталась соскочить, воспользовавшись покупкой Redmond'сами мобильного подразделения Nokia. Тогда Microsoft пошла с этим делом в суд, и мы узнали, что в 2013 году корейская корпорация выплатила американской свыше миллиарда долларов. Сейчас же стороны сообщили о взаимном урегулировании вопроса. Детали сделки не раскрываются, поэтому тут возможны варианты. Либо Samsung, что называется, продолжит отдавать деньгами, либо анонсирует смартфоны под управлением Windows Phone. Посмотрим, какие новости принесет мартовский Всемирный мобильный конгресс в Барселоне. Apple может запустить музыкальный стриминговый сервис на базе Beats раньше, чем мы думали. Портал 9to5Mac заявил, что в Купертино подумывают не придерживать сервис до выхода iOS 9, а включить его в апдейт 8.4. Релиз последнего, судя по всему, состоится после апрельского выхода умных часов Apple Watch. Пока же разработчики приложений предоставили первую бету сборки 8.3. В ее финальной версии появятся новые смайлики и поддержка Apple Pay для Китая, а также возможность беспроводного использования технологии CarPlay. Boston Dynamics делала необыкновенных роботов еще до того, как была куплена Google. Собственно, именно поэтому в Mountain View и решили совершить сделку. Славная традиция была продолжена и при новом владельце. Компания показала робособаку Spot, уменьшенную и более ловкую версию Wildcat. Она умеет подниматься по лестницам и двигаться по неровному рельефу, что позволяет использовать собачку для доставки грузов в условиях, где применение другой техники или людей выглядит нерациональным. А еще Spot прекрасно сохраняет равновесие после тумаков, которые ему неблагоразумно отвешивают сотрудники Boston Dynamics. Они, видимо, забыли, что DARPA учит роботов смотреть ролики на YouTube и делать выводы. Так что рано или поздно робособака может предъявить своим обидчикам счет. Больше новостей ищите на 3dnews.ru. До встречи, друзья!